мороз, зима, а лужи, ну никуда не деваются эти лужи. Вот что с ними делать? Неистребимые какие-то лужи. Вот как пройти? Вот как мне сейчас туда пройти? Это просто звездец. Я не знаю. О, а цветочки еще цветут. Ты смотри. Ты смотри. Не страшны ни мороз, ни снег. О, чернобрывцы тоже в ведре. Это ж надо, снег лежит, и цветы цветут. Дороги классные. Это только днем можно пройтись, а вечером даже фонарик не очень спасает. Надо прожектор. Потому что надо вперед дорогу смотреть. Холодно. Холодно, холодно. Ну, может, днем, когда солнце, и выйти на солнце, может, тепло. Но так как я вышла уже далеко, далеко за обед. Сколько сейчас? Наверное, часика 4. Не знаю. Вот. Уже солнце спряталось, уже как-то холодно, не весело. А теперь не весело будет до самой весны. С погодой я имею в виду. Я имею в виду погоду. Нет, с окна, когда смотришь, красиво. А когда выходишь вот так вот по вот таким дорогам, то уже вроде как и не совсем весело. Вот что, а вот как я там дальше сейчас опять пройду? Где они берутся, эти лужи? Надо самой их, наверное, заделывать. Да. Брать самой лопату. Ну, правда, чем закидывать? Это ж надо какую-то или щебенку, или что-то. Где же ее брать? Бесплатно, желательно. Потому что за деньги нет. За деньги никак. У меня денег нет. Я нищая. Вот цветочки мне нравятся. Еще до сих пор бедные посклоняли головки. Но существуют. Ну вот. Тоже хорошая лужа. У меня какая-то экскурсия по лужам. Ну еще ж как бы и не зима. Вроде бы как и снег. Но еще как бы не зима. Так что лужи самое то. Ого, какая. Ого. Ого, ого. И там же под этой лужей непонятно какие ямы. Так что добро пожаловать. Кто хочет, кому не жалко свою машину, может проехаться по такой дороге. Исследовать все ямы. Вот так живем. Вот так и живем, ребята. Девочки, мальчики. А в остальном вообще все прекрасно. У нас вообще лучше всех. У меня на иждивении еще один котик. Персик. Да, кушай, кушай, зайчик. Кушай. Сидит в подъезде, кричит. Слышу, я же через двери услышала, что он кричит. Я говорю, ну где, зайка, тебя покормлю. А эти поприходили, смотрят. Видите, как котики на улице живут. Да вроде и хозяйка есть, только чего его не кормит хозяйка, непонятно. Что он ходит по всем соседям, попрошайничает. Такой красивый кот. Да, персик. На ужин рыбка. Сначала котиком. Мила как-то не очень рыбу. А вот барсик ее, конечно, обожает. Сначала ему. Вот. Ну что, вот это чищу такую рыбку. Что-то пойдет на суп. Что-то пойдет на пожарить. А вот это все остальное поотрезаю на супик. Ну, такое, буквально, знаете, там сделать на несколько тарелочек, там, чтобы покушать. Ой, ну вот это так. Рыбу почистил, делай генеральную уборку на кухне. Все, все обляпано. Все заляпано, все обляпано. Не знаю, как у других получается чисто. У меня чисто не получается.
Потом надо после этой рыбы вот это все стоять опять вымывать. Ну, такая наша женская доля. В общем, рыбный процесс идет полным ходом. Здесь варятся запчасти, здесь жарится мяско, але це ще не все. Делаю томатную подливку. Лук, как обычно, обжаривается, морковка. Добавляется томат в любом виде. Хоть соус, хоть томатная паста, хоть томатный сок. Посоль. На соль, на сахар, на перец, на остроту, на специи. Это уже как кому по вкусу. И теперь, когда оно пробурбулировало немножко, выкладываю вот эту рыбу, ранее обжаренную. И делаю чуть меньше огонек. И она в этой подливке, сейчас еще сверху полить. И она протушивается. Так, возьму ложечку. И вот так вот пополивать сверху. Сейчас сделаю меньше огонек. Накрою крышечкой. И минут, наверное, 20. Ну, в общем, можно тушить. Хоть 20, хоть 30, хоть 40 минут. Но только на маленьком-маленьком огоньке. Чтобы она как тушилась. Это вот рыба в томате. Раньше, мама говорит, раньше так вообще за стол, за праздничный не садились без рыбы в томате. Вот так, заливная называлась в томате. Сейчас как-то подзабыли этот рецепт. Вот так вот. В общем, рыбку отварила, отцедила. Сюда картошка, лук, морковка, даже болгарского перчика положила. Рыбку от косточек очистила. И только вот так вот одну мякоть сюда добавляю. Сейчас буквально несколько минут. Можно зелени. И все. А вот эта рыбка в томате, вот она, пожалуйста. Все. И едьба готова. Ну все, уха вкуснючая готова. Ой, так что вот такой вот здоровый обед. Томатный сок, понятно вам. Только так. Хлебушек, острый перчик. Вот. И вот такая вот вкуснючая вкуснячка.